В Ульяновск пришла настоящая зима с морозами и снегом. На крышах жилых домов появились сосульки под слоем снега, гололед. Все это затрудняет движение на дорогах. За время новогодних праздников с улиц города было вывезено около 10 тонн снега. Коммунальщики израсходовали около 18 тонн песко-соляной смеси. Кроме того, управляющие организации приступили к удалению сосулек и наледи с карнизов многоэтажных домов. По области в период новогодних праздников на расчистке областных дорог было задействовано 150 единиц техники. Минувшей ночью на улицах города работало 95 машин. Сегодня запланирован вывоз снега с проспекта Нариманова, улиц Гончарова, Ленина, Железной дивизии, Карла Маркса и Спасской. Кроме того, будет производиться очистка и посыпка песко-соляной смесью автомобильных дорог, тротуаров, заездных карманов и остановок общественного транспорта.